Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы говорим о развитии мышления инвестора и формировании инвестиционных портфелей. Конечно же, друзья, я хотел бы начать данное видео с поздравлением с прошедшим Новым годом, с наступающим Рождеством. И в такое волшебное время, конечно же, принято дарить подарки. И нашим подарком будет то, что мы сегодня расскажем о топ-5 компаниях на американском рынке ценных бумаг, которые, по мнению Max Capital, имеет смысл рассмотреть для включения в свой собственный инвестиционный портфель. А также у нас будет конкурс. Мы разыграем участие в платиновой группе закрытого клуба инвесторов нашего проекта Max Capital на 6 месяцев участия стоимостью 150 тысяч рублей. Поэтому обязательно смотрите данное видео до конца. Обязательно принимайте участие в конкурсе. Может быть, сегодня именно вам выпадет шанс победить в этом конкурсе с тем, чтобы год 2022 стал для вас продуктивным. Итак, друзья, давайте начинать. Сейчас на слайде вы увидите уже знакомую табличку. Мы вот в этом видео мы говорили о топ-5 компаниях на российском рынке ценных бумаг. Сейчас мы поговорим о топ-компаниях на американском рынке ценных бумаг. Здесь будут также критерии отбора. Если вы хотите разобраться в этом более подробно, если вы хотите понимать, почему такие коэффициенты применяются, почему таким образом оцениваются компании, где конкретно брать эти коэффициенты, у нас в проекте есть отдельный курс, отдельный практикум, вернее, ведет который Вячеслав Барянов, каким образом выбирать ценные бумаги в свой инвестиционный портфель на международном рынке ценных бумаг. Мы там как раз и рассказываем о том, где берутся эти коэффициенты, как они считаются, что является приемлемым и каким образом читать финансовый отчет. Ссылку на данный практикум будет также под данным видео. Давайте начинать. Итак, что мы здесь имеем? У нас всегда разделяется компания на две категории: компании роста и компании категории дивиденды. Есть еще компании стоимости. Но здесь для нас являются ключевым два показателя. То есть первое – это дивиденды, стабильность дивидендных выплат. И когда мы сейчас ориентируемся на дивиденды, то это является, допустим, для того же самого Уоррена Баффета. И для большинства стоимостных инвесторов, конечно же, важным является тот денежный поток, который генерирует компания, потому что именно дивиденды позволяют получать более высокую прибыль. Именно дивиденды являются теми сложными процентами, которые позволяют уже наращивать долю владения активом, не прибегая к тому, что вы будете вкладывать свои собственные деньги. Или же именно эти деньги, дивиденды, являются тем источником пассивного дохода, на который многие у нас и рассчитывают, смотря каналы тематики инвестиционной, посвященной. Итак, у нас есть две категории. Дивиденды и второй – компания роста. Компания роста – это те компании, которые человек отказывается сейчас от получения денежного потока прямо сейчас, но это какие-то компании, у которых очень активно растет выручка, у которых есть классный продукт, у которых может быть высокая операционная маржа, высокие темпы роста. Эти компании не выплачивают или платят очень невысокие дивиденды, но у них есть куда вкладывать, они есть захватывать рынки, развивать новые производства. Как правило, эти компании используют высокие уровень долговой нагрузки, потому что они, ну, то есть интенсивно развиваются. И в этом случае человек, который покупает компании роста, то он понимает, что не получит никакого денежного потока, но потом, когда компания выйдет на текущие результаты, она, соответственно, получит более высокую прибыль. И вот в качестве адептов там дивидендная история, это у нас Уоррен Баффет в Америке является адептами инвестирования в компании роста, это Кэти Вудс, да, то есть с ее инновационными фондами, где там компании, включенные в инвестиционный портфель, в предыдущие годы росли там в 2, в 3, в 4 раза, не имея при этом никакой прибыли для акционеров, в принципе, да, только интенсивно развиваясь. Итак, давайте перейдем к конкретным именам. Этими именами мы назовем на 2022 год Johnson & Johnson, Merck, Lockheed Martin и Intel и IBM. Почему именно эти компании? Давайте мы их по очереди разберем, и потом отдельно я прокомментирую. Итак, если говорить о категориях роста, мы сейчас перешли из сектора развивающихся рынков в сектор развитых рынков, и поэтому здесь другие мультипликаторы, которые мы применяем для оценки компании. Если мы хотим отнести к компаниям роста критерии, которые удовлетворяют данным параметрам, то есть как отнести компанию, она относится к компании роста или к дивидендной истории, то в случае с финансовыми показателями у компании роста должен рост по финансовым потокам, рост выручки за 5 лет более 10%. Ну, то есть
компания активно растет, у нее увеличивается выручка, а также рост операционной прибыли за 5 лет более 10%. При этом от компаний, относящихся к дивидендным историям, к защитным историям, не требуется какой-то значительный рост выручки или операционной прибыли. Да? Вы не будете требовать, допустим, от Coca-Cola, ну, как такого эталона, да, стоимостной компании, или от Макдональдса, вы не будете от нее ждать, что у нее выручка будет расти на 10% в год. Так как рынок уже занят, рынок уже поделен, и, в принципе, вся территория расписана. Поэтому в компаниях дивидендных, поэтому мы не требуем высоких темпов роста выручки и прибыли от компании роста, мы, конечно же, это ждем. Если мы отказываемся от дивидендов, то мы рассчитываем, что у нее растет прибыль. При этом, получается, рост выручки у Johnson & Johnson за последние 5 лет составляет 5%, у Merck составляет 7%, у Lockheed Martin составляет 12%, у Intel 10%, у IBM 0%. И здесь я IBM отдельно прокомментирую в конце, друзья, потому что здесь есть вещи, которые, ну, могут говорить, сигнализировать о том, что не стоит включать инвестиционный портфель, но у IBM есть определенные фишки, которые, на наш взгляд, сейчас являются залогом качественного роста в следующее десятилетие именно по IBM. Итак, получается, согласно финансовым показателям, если мы говорим о росте выручки за 5 лет, то компании Lockheed Martin и Intel можно, наверное, относить больше к компаниям роста. Если мы говорим про какие-то дивидендные истории, то IBM, Johnson & Johnson и Merck. Ну, опять-таки, Merck, у них растет операционная прибыль достаточно хорошо, и уже она здесь попадает к компаниям роста. Да? То есть у них получается с финансовыми показателями все достаточно хорошо для Америки, для компаний с такого уровня, по такой капитализации. Опять-таки, это компания абсолютно нам в большинстве своем известны. Кстати, друзья, кому известны все 5 компаний, пожалуйста, напишите в комментариях, что они известны, а кому какая-то история не известно, незнакомо, тоже напишите, что это за компания, которую вы не знаете, может быть, о ней стоит рассказать побольше. Поэтому мы не рассказываем каждой из компаний, чем занимается, потому что они у всех на слуху, мы смотрим на финансовые показатели. Что ж, давайте поговорим про долговую нагрузку, то есть мы тоже уже в предыдущем видео, когда рассматривали российские компании, говорили, почему важно смотреть на долговую нагрузку, особенно сейчас, потому что здесь идет, если у компании высокая долговая нагрузка, если она очень интенсивно развивается, используют заемный капитал, то в этом случае при растущей инфляции риски роста процентных ставок и сворачивания программ стимулирования экономики мировыми центральными банками, у этих компаний очень серьезно увеличиваются риски. Давайте же посмотрим на эти 5 компаний с этих позиций. Если отнести к компаниям роста, то есть больше 3 должно быть коэффициент покрытия процентов, больше 1 коэффициент текущей ликвидности и коэффициент Альтмана больше 1,8. То есть о чем это говорит? Коэффициент текущей ликвидности, достаточно ли у компании денег для того, чтобы покрывать свои текущие платежи по кредитам. Итак, смотрим. У Johnson & Johnson этот показатель составляет 113 при норме более 3. У компании Merck 13, у компании Lockheed Martin 16, у компании Intel это 38 показатель, у IBM 6, то есть с позиции финансовой устойчивости, с позиции долговой нагрузки, которой обладают такие компании, они все более чем в 2 раза критерии устойчивости у компании высокий. Это касается и категории дивидендов, и категории компании роста. Если мы говорим о коэффициенте текущей ликвидности, у Johnson & Johnson этот показатель составляет 1,3, у Merck также 1,3, у Lockheed Martin 1,4, у Intel 2,1, у IBM 0,9 при норме более 1. У IBM есть определенная долговая нагрузка, но, как я уже сказал, про IBM мы отдельно поговорим. Ну и коэффициент Альтмана, фактически это говорит о коэффициенте финансовой стабильности компании. Все достаточно хорошо по всем 5 компаниям, то есть при нормативе больше показателя 1,8. У Johnson & Johnson это показатель 4,2, у Merck 3,9, у Lockheed Martin 3,9. У Intel 3,2, у IBM 2,7, то есть компания действительно очень стабильная, компания генерирует денежную прибыль. И если мы говорим о том, что компания, они, наверное, по этим показателям не относятся к компаниям, там, сильным компаниям роста, с одной стороны, но они очень финансово стабильные. И здесь есть история, что практически абсолютное большинство из представленных имен, они могут переложить инфляционные риски, инфляционные ожидания, возможность, вероятность повышения индекса потребительских цен, они могут переложить на потребителей, и это, соответственно, будет воспринято нормально, они производят те товары и услуги, которые просто являются, то есть потребитель будет непосредственно покупать. Что ж, давайте
давайте посмотрим на рентабельность с позиции того, что мы имеем как акционеры этих компаний, если мы становимся по текущим ценам. То есть категория роста, чистая маржинальность должна быть более 10%. Мы опять-таки в видео про российские компании рассматривали, сколько долларов остается с каждых 100 долларов выручки у акционеров компании, которые названы выше. Итак, у Johnson & Johnson со 100 долларов выручки остается 20 долларов, у Merck 13 долларов, у Lockheed Martin 9 долларов, у Intel этот показатель составляет 27 долларов, у IBM 11 долларов. Рентабельность собственного капитала для нас, если отнести к категориям роста, больше 10%, а для дивидендных компаний этот показатель должен быть больше 8%. Итак, рентабельность Johnson & Johnson 27, Merck 24, Lockheed Martin 90, Intel 26, IBM 22. Ну и рентабельность активов больше 6 для компании роста и больше 4 для дивидендных историй. У Johnson & Johnson 10, у Merck 8, у Lockheed Martin 12, у Intel 14, у IBM 7. Все компании можно отнести, с учетом, даже если мы сейчас будем переходить к показателям дивидендной доходности, компании выглядят очень интересными. Показатели стоимости, капитализация, отношение цены компании к чистой прибыли. У Johnson & Johnson это показатель 15, у Merck 11, у Lockheed 13, у Intel 13, у IBM 10. При компании роста менее 30, а для дивидендных компаний менее 20. То есть мы видим, что с позиции чистой прибыли, которую генерирует компания, они даже сейчас интересны к покупке. И компания, капитализация компании к выручке. У Johnson & Johnson это 4,7, у Merck 3,7, у Lockheed Martin 1,4, у Intel 2,6, у IBM 1,4. При нормативах компании роста менее 7, а дивидендных компаний менее 3. Как я уже говорил, ключевым моментом являются дивиденды. Именно дивиденды позволяют получать вот это, вот, как говорил Уоррен Баффет, коммерческих коров, получать молоко. Давайте посмотрим на уровень надоев от этих компаний, которые бы мы могли получать. Дивидендная доходность у Johnson & Johnson составляет 2,7% в долларах. А доходность Merck долларовая, форвардная, на следующие 12 месяцев 3,3%. У Lockheed Martin 3,3%, у Intel 2,9%, у IBM 5,7%. Именно про это я и хотел сказать, почему мы IBM включаем в инвестиционный портфель, потому что, с одной стороны, если посмотреть на фундаментальные показатели, во-первых, у компании не растет выручка за последние 5 лет. Второе, не растет, даже падает операционная прибыль за последние 5 лет. При этом с позиции финансовой устойчивости компания достаточно устойчива, маржинальность, наверное, у нее пониже будет, чем у других имен, которые названы в настоящий момент, но это и понятно, да, то есть выручка у компании падает. Но при этом достаточно высокая рентабельность капитала, не очень высокая рентабельность активов, но чем нам нравится IBM в настоящий момент, потому что IBM является одним из лидеров исследований в двух направлениях, это искусственного интеллекта и облачного хранения данных. То есть то, на чем строится будущее, то, где могут быть найдены новые разработки, и объем инвестиций, которые IBM в эти сервисы производил и осуществлял, они достаточно высокие. Поэтому здесь IBM получается, с финансовой точки зрения, он достаточно устойчивый. Из 5 названных компаний у него одна из самых привлекательных дивидендных доходностей на американском рынке. При этом по отношению стоимости компания самая дешевая в этой пятерке, то есть она по показателю цена, чистая прибыль составляет всего лишь 10, и здесь она похожа по своей, ну, по своим показателям ближе к Merck, а капитализация выручка всего лишь 1,4, также наряду с Lockheed Martin. То есть компания недооценена, она недооценена по той простой причине, что у нее просто падающая операционная выручка. И наше ожидание, что эта ситуация изменится в следующие 3-5 лет. Компания одна из самых дешевых, наряду с этим предоставляет дивидендную доходность в районе 5,7% следующие 12 месяцев в валюте, что с лихвой покрывает инфляцию и позволяет находиться в данной истории даже с целью получения таких высоких дивидендов. Относительно высокий коэффициент дивидендных выплат, 65% компания направляет на выплату дивидендов, а при этом 22 года увеличивает размер дивидендов, и средний рост дивидендов за последние 5 лет составляет 4%. У других компаний эти показатели повыше.
дивидендная доходность у Johnson & Johnson форвардная следующие 12 месяцев 2,7% в валюте, у Merck это 3,3% в долларах, Lockheed Martin также 3,3% и у Intel 2,9%. Что ж, друзья, такие имена мы назвали сегодня, постарались объяснить каждую из этих историй, почему она включается в инвестиционный портфель. Это ни в коем случае не должно рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации. Мы смотрим чисто бизнес, да, мы смотрим, каковы эти компании с позиции финансовых потоков, что у них с долговой нагрузкой и финансовой устойчивостью, какая рентабельность для вас, как для акционеров сейчас в моменте, какую цену нужно заплатить по отношению к той прибыли, которую эти компании генерируют. Это показатели стоимости. Ну и показатели по дивидендам мы также рассмотрели, посмотрели плюсы и минусы отдельно взятых историй. Эти компании стоит включать в долгосрочный инвестиционный портфель. Ни в коем случае это не говорит о том, что мы не увидим эти компании в 2022 году ниже, то есть они могут сходить ниже, но это вопрос опять-таки к тому, что если они будут стоить дешевле, у вас все эти показатели, соответственно, станут еще более вкусными, то есть еще больше станет показатель цена-прибыль, потому что вам нужно будет заплатить меньшую цену на тот же объем прибыли. Это будет более привлекательный показатель по дивидендной доходности, но даже сейчас при прочих равных условиях, при всех тех рисках, которые мы находимся в настоящий момент, эти компании могут найти свое место в инвестиционном портфеле разумного долгосрочного инвестора. Ну что ж, теперь конкурс. Друзья, как и обещали, если вам понравилось данное видео, то для того, чтобы принять участие в конкурсе и получить платиновую карту на 6 месяцев 2022 года, вам нужно обязательно поставить лайк данному видео, написать в комментариях «хочу в клуб инвесторов» и щелкнуть колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео. Среди людей, выполнивших эти три условия, мы в одном из ближайших видео разыграем участие 6 месяцев в закрытом клубе инвесторов стоимостью 150 тысяч рублей. Что люди получают в этом клубе? Во-первых, возможность общаться непосредственно со мной лично, если у вас возникнет такая необходимость. Раз в месяц вы получаете информацию о том, что происходило на финансовых рынках, какие действия планируются на следующий месяц. Вы получаете торговые сигналы о том, что лично я и партнеры включают свои инвестиционные портфели. У вас есть возможность получить личную консультацию одного из партнеров Max Capital по своему инвестиционному портфелю раз в квартал. То есть индивидуально разобрать ваш собственный инвестиционный портфель. У нас есть оферты, в рамках которых вы получаете, ну то есть по итогам предыдущих 12 месяцев прибыль составила порядка 300 тысяч рублей, ну практически гарантированно, да, то есть вы об этом узнаете более подробно. У нас есть чат с единомышленниками, где есть поддержка начинающих новичков, как открыть брокерский счет, как открыть иностранный брокерский счет, как подавать налоги, информацию. То есть мы поддерживаем друг друга. Соответственно, клуб – это сообщество в первую очередь, сообщество, объединенное большой целью эффективно формировать собственный инвестиционный портфель, менять мышление инвесторское на совершенно других скоростях. Вы по-прежнему можете оставаться подписчиками на канале, какую-то информацию мы, конечно же, здесь предоставляем, но все самое оперативное, свежее, с обратной связью получают платиновые участники закрытого клуба инвесторов. Это крутая история, которая может очень круто продвинуть вас в 2022 году в развитии, в первую очередь, вашего мышления инвестора с тем, чтобы долгосрочно формировать свой инвестиционный портфель и приумножать его. Поэтому в комментариях пишите «хочу в клуб инвесторов», подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ждите розыгрыша. А также хорошей новостью хотелось бы сообщить, что в 2022 году мы чаще будем проводить розыгрыши. Опять-таки мы не разыгрываем какие-то денежные призы, мы не разыгрываем девайсы, мы на канале про развитие мышления. И, соответственно, у нас есть классные, интересные курсы, которые могут получить люди, участвующие в розыгрыше на канале, поэтому обязательно подписывайтесь и щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. У меня на этом все. Еще раз, друзья, с наступающим вас Рождеством. Проведите его в кругу семьи, родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.